бы открыли. Итак, это у нас Северная Салтовка. Следующая по номеру. Какая там, третья, пятая? Пишите в комментариях. Вообще супер. Надо сфоткать. Наверное, смотрите на количество машин на парковке. Это хороший признак. Дети катаются на велосипедах, гуляют. Хочется подниматься пешком, но выбор. Тут не все гладко. Тут все пусто. Осколками посечены.
зимой, помню, снимал вот этот дом. Ну, здесь, кроме как зашили все окна, больше ничего не поменялось. Тем не менее, я слышу, как работают перфораторы. Пооткрывались окна в квартирах. Люди вернулись, люди живут. Тут, наверное, заглохла стройка. Уже давно так стоит. Привет, Гена.